Приветствую вас, уважаемые зрители. Мне уже давно задают один и тот же вопрос, как создать блог и заработать на нем деньги. К сожалению, большинство людей просто не понимают того, что блог создать мало. Кстати, это дело 5 минут. Над ним нужно постоянно работать, писать, оптимизировать, раскручивать. Почему-то многие считают, что для того, чтобы заработать на блоге, достаточно его создать, написать 1-2 статьи, и посетители пойдут десятками тысяч, и деньги побегут, точнее, потекут рекой, которые вам нужно будет собирать лопаты и грузить КамАЗы и увозить себе домой. На самом деле это заблуждение губит очень много начинающих блогеров. Я не затрагиваю тему видеоблогинга, потому что немножко другая тема. Мы здесь говорим про обычный текстовый блогинг, прошу не путать на этом этапе. Как вы думаете, сколько блогеров добиваются тысячной посещаемости и хоть каких-то прибыли из своих блогов? Есть такая статистика, это примерно 3 человека из 100. Ну, 3% такая довольно хорошая цифра. Естественный отбор здесь работает очень хорошо. Блогинг не терпит нытиков, каких-то неудачников. Если вы постоянно ноете, что у вас ничего не получается, вы хронический неудачник, то я думаю, что вам создавать блог не стоит. Не стоит на него тратить время, деньги, нервы. Если вы уже решили создать блог и на нем зарабатывать, то имейте в виду, что на раскрутку блога у вас идет 6 месяцев, даже может быть больше, примерно 5000 рублей в месяц, такая минимальная сумма, и большое количество нервов и времени. Тема блогинга и выхода на какую-то определенную цифру посещаемости или цифру дохода очень большая, поэтому одним каким-то видео я все это не ограничу, а сделаю, наверное, серию из 15, может быть, даже больше видеороликов. Дело в том, что я уже добился определенного успеха в блогинге, не в видеоблогинге, а в обычном блогинге. Мой блог посещают, там, по-моему, 2000 человек в сутки. На эту цифру вышел за 10 месяцев. Там идет с контекстной рекламы доход. И примерно получается, что в совокупности мой блог приносит мне около 15-17 тысяч в месяц. Ну, не так много, конечно, но, в принципе, на него трачу я 3 часа, даже, может быть, да, наверное, 3 часа в неделю, и там какие-то деньги на хостинг. Я думаю, что это все-таки нормально, и так может любой человек целеустремленный, который видит свою цель и добьется ее в любом случае. Ну что ж, давайте я расскажу вам, какие этапы мы пройдем с вами в создании блога. Начнем. Первое, что мы с вами сделаем, это создадим блог. Да, мы это как бы начнем с этого, ну, это логично, наверное. На этом этапе главное не ошибиться. Допустим, как я вот ошибся. Да, у меня там была ошибка в начальном этапе, я сейчас исправить ее практически невозможно, поэтому попрошу вас быть предельно внимательными. Создавайте блог обязательно на автономной площадке, то есть без использования блогосервисов. Создавайте блог на платном хостинге с своим доменом и так далее. В принципе, это не так дорого. Хостинг стоит 200 рублей в месяц, домен 150 рублей в год. В общем, такие небольшие деньги. Я думаю, даже любой, школьник сможет это как бы потянуть, 200 рублей в месяц. Это не такие уж большие деньги. Например, как я ошибся на начальном этапе. Я не купил себе отдельный домен. Да, это моя ошибка, и прошу вас ее не совершать, потому что потом можно очень жестоко об этом пожалеть, но исправить это уже невозможно. Да, если у вас нет 200 рублей на хостинг в месяц и 100 рублей на домен в год, то идите работайте в блогинге, вам делать определенно нечего. Ни один нищеброд еще не добился успеха в блогинге. Жестко, наверное, жестко, но по-другому до людей не дойдет. Я уже устал это объяснять. То, что блог – это своеобразный бизнес. И да, он требует даже минимальных таких вложений, как 200 рублей на хостинг. Поэтому перед тем, как создавать блог, накопите 200 рублей. А на втором этапе, который я назвал «Предварительная работа», мы определим список ключевых словосочетаний, примерно 10-15 штук, и напишем по каждому ключевику оптимизированную статью. Также мы проведем все необходимые операции для того, чтобы поспособствовать выводу этих статей в топ-10 поисковика. Это, так сказать, подготовительный этап, своеобразный фундамент. Но этот этап очень важен, и то, как мы серьезно отнесемся к нему
в начале, от этого будет зависеть успех нашего блога в будущем. Так что тоже здесь нужно быть предельно внимательным. Следующий этап – это наполнение контентом и оптимизация блога, также его раскрутка. Такой большой этап, который займет у нас 6 месяцев. Да, 6 месяцев. После того, как мы завершим все предварительные работы, напишем 15 оптимизированных статей, далее мы создадим график работы над блогом. Я думаю, что 3-4 статьи в неделю будет совершенно достаточно. Это получается, если тратить на одну статью 2 часа, то можно уложиться в 6 часов в неделю на работу над блогом. Я думаю, даже занятые люди, занятые, могут выкроить это время на работу над блогом. Наполняя блог регулярно, 3-4 статьи в неделю, как я уже говорил, плюс мы будем оптимизировать эти же статьи, которые пишем. И по истечению 6 месяцев мы выйдем в посещалку примерно 700-1000 человек в сутки. Самое сложное не сломаться на этом промежутке времени, это очень важно. И даже когда мы выйдем уже на эту сумму, точнее на эту цифру посещаемости 1000 человек в сутки, мы уже будем дальше монетизировать блог. Самое приятное, наверное, для блогеров, для тех, у кого была цель именно заработать деньги. Но с монетизацией тоже обстоит не так все легко, как может показаться. Рекламу тоже нужно оптимизировать, настроить, подобрать ее цвет оптимальный, чтобы люди хотели на нее как бы кликать. Также подберем оптимальное количество блоков рекламных, их расположение и так далее. Тоже, я думаю, это займет у нас, наверное, неделю. И последний завершающий этап, на котором я просто расскажу вам, как нужно вести себя дальше, называется ведение блога. То есть уже на этом этапе можно снизить работу до 1-2 статей в неделю. Это совершенно нормально, можно писать про себя, про свое хобби, про что-то, то, что вам интересно. И, в принципе, на этом можно закончить. И периодически надо выдавать еще людям какой-то полезный контент. Ну, тут уже, думаю, 2 часа в неделю на блог вам достаточно будет достаточно. И, в принципе, приносить вам будет все больше, каждый месяц больше, 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 больше по нарастающей. Вот такая вот у меня интересная задумка, то есть, как бы, не сразу вам весь контент вывалить, а постепенно, как бы, проходить это все с вами и вести вас, как бы, за руку до результата. Думаю, это будет, наверное, интересно. А на этом я заканчиваю вводное видео. У меня в планах еще, как я уже говорил, 15 или 20 полезных видеоуроков, так что не пропустите. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. До встречи.